Главное правило, если вы завели попугая, запаситесь едой. Специалисты утверждают, что в основном кормить нужно овощами и фруктами. Прием пищи у домашнего пернатого должен быть каждые 3 часа. Они любят огурчики, яблочки, груши. Также в рационе попугая должно быть зерно, но кормить им постоянно специалисты не рекомендуют. Да и если вы купили зерно на рынке, велика вероятность, что в организме пернатого могут завестись паразиты, например, глисты. Попугаи очень любят орехи и семечки. Пернатым можно давать грецкие орехи, фундук, кедровые орехи и тыквенные семечки. Не забывайте и о том, что у питомца всегда должна стоять миска с чистой водой. Смена воды должна производиться ежедневно с мытьем мисок, поскольку если вода застаивается, там разводятся клещи. Птицы подвержены заболеваниям клещей, поэтому чистота должна быть всегда. Попугаям нельзя давать вареные овощи, в них мало полезных элементов. Также пернатым противопоказаны соленые и жирные продукты. Они вредят печени птицы. А это значит, что ни в коем случае нельзя давать молоко или кефир. Маленьких попугайчиков специалисты рекомендуют подкармливать белком перепелиного яйца. Также птицам полезны соки, как свежевыжатые, так и готовые. Главное, чтобы они не содержали сахар.